Аутизм, ну, аутизм проблема, она такая многогранная достаточно, то есть аутизм может возникнуть по разным поводам у человека, может быть врожденная патология, иногда бывает приобретенная в плане того, что в раннем детском возрасте перенесенные какие-то инфекции, иногда оно может быть следствием лечения. То есть аутизм, это, конечно, надо разбираться в этой проблеме, обязательно разбираться. У меня ребенок был с аутизмом. Почему я говорю, что был? На самом деле, возможно, это было действительно следствие его лечения, потому что он получал большую дозу противосудорожных препаратов, начиная с раннего детского возраста. И он был неконтактным абсолютно, где-то до трехлетнего возраста совершенно был неконтактным. Вот. Несмотря на то, что мы с ним убрали, и препарат убрали, и все. И когда стали пользоваться прибором ДЭТа, частотной программой помощи в учебе, ребенок у нас заговорил. Сейчас он приходит, он смотрит тебе в глаза, он с тобой разговаривает, это очень приятно. Я думаю, что в школу мы пойдем в обычный класс. То есть сейчас он приобретает навыки очень быстро. Сейчас вот очень быстро расширяет свои речевые навыки, начинает говорить предложениями. То есть это вообще очень приятно. Вот, если учитывать то, что он где-то до 4 лет не разговаривал вообще, то это, в общем-то, хороший очень эффект. Есть у меня случаи использования прибора в возрасте уже далеко за ранний детский. То есть молодой человек, перенесенная нейроинфекция в детском возрасте, и где-то вот 18 лет парню, с ним невозможно было просто разговаривать, потому что он сразу терял нить разговора, он не помнил о том, о чем его спросили. Вот. И в таком случае я посоветовала тоже маме приобрести этот прибор. Когда он мне через месяц стал рассказывать фильм, который он смотрел, я, конечно, была потрясена просто. Ну, человек, он инвалид, естественно, то есть у него есть определенные проблемы, но то, что у него память начала развиваться, он стал уметь правильно говорить и строить фразы, для меня это было удивительно. Но эффект наступил через месяц. Вот это, ну, я не ожидала, честно говоря, такого именно результата. Вот такие результаты. Соседский мальчик. Памяти никакой, что называется. В школу пошел, он забывал, как буквы пишутся. Сейчас, во всяком случае, уже за двойки он уже вылез. То есть уже троечник стал. Вот, постепенно идут процессы. Во всяком случае, запоминание улучшается не только у детей, процесс запоминания, но и у взрослых людей. Поэтому если человеку задалеко, и начинаются первые признаки старческого слабоумия или, например, нарушение памяти, почему бы не использовать такую программу? Улучшает функцию мозга. Вот, и, соответственно, этому, в общем-то, человек дольше остается в состоянии адекватном окружающему миру.